С вами снова я. Да. Приведи себя в порядок на камеру. И на этот раз меня просила, я даже, знаете, честно помню, если я далеко не ушла сейчас в комментариях. И сейчас найду. Вот, я нашла. Извините, я неправильно прочитаю твое имя и фамилию. Я сделаю ставочку. Я не знаю, как читается на самом деле. Айсауле Зинкаева. Фамилию я могу прочитать, имя я не понимаю, как читать. Она мне пишет: сделай реакцию на 91 Man Sen MS. Сейчас на первое время я, когда увидела этот комментарий, я не поняла вообще, о чем речь, потому что я не слышала, чтобы у 91 был такой клип, а потом, посмотрев, я поняла, что он есть. Вот. И заранее подготовившись, я вела в переводчиках, как переводится эта песня, это название точнее. В одном у меня вышло «И не ты», а во втором у меня вышло «И вы этого не сделаете». Я так и не поняла, к чему это относится, но, видимо, сейчас, посмотрев клип, я соображу. Вот, поэтому клип, кстати, маленький, минуты 24 всего идет. Поэтому раз, два, три, поехали! Загадочные звуки. Менің орныма таңдаулар істегің келеді. Менің айналама өз әлеміңді құрастыруға тырысасың. Мен оны бұзып шығам. Себебі сенің өзіңе қойған заңдарың мен тосқауылдарың менің шындығыммен сәйкес келмейді. Сенің ойыңды қабылдай алмаймын. Себебі мен тым алыс кетіп қалдым. Это очень круто. Мен сенің болашағыңда өмір сүрмеймін. Себебі өзімдікін құрастыру менің қолымнан келеді. Сенің өз жолың бар. Ал менде өзімдікі. Менің мақсатым бар. Қазақтың өнері әлі әлемдік бәсекелестікте мойындатылады. А на самом деле, правильно сказал, казахское искусство будет принято на мировом уровне, я в этом уверена на 100%, прям вот, даже на 1500%. Сырттан том пішкен бос әңгімелерді қойсам. Қалай қарайсың? Может, стоит прекратить пустые разговоры с спиной? Я? Не ты. Я, видимо, правильно перевела, да, сначала? Я вот что поняла, это такой клип, протест всему. И ребята говорят о том, что бы люди ни говорили про них, как бы они не оскорбляли ребят и все остальное, эти ребята выдержат, они выстоят, они не будут отпускать плечи, не поднимут голову и пойдут в новый путь. Вот. И поэтому там такая фраза, то, что казахское искусство еще выйдет на мировой, на большой мир, как говорится, да? На самом деле это будет. И я на самом деле не знаю. Там, получается, есть фраза такая, что не надо говорить за спиной. Я в этом на 100% их поддерживаю, потому что как бы человек не нравился, чтобы как бы он как себя не вел, да, это все пустые разговоры за спиной, они вообще ни к чему, серьезно. Ну, вы поговорите за спиной, ну, вы скажете что-то. Поверьте, человек об этом узнает. Как по мне, честно, за моей спиной очень много говорят, я в этом на 100% уверена. И говорят мне, что я такая или такая, мне, честно, меня это не волнует. Я не знаю, может, как-то у вас это по-другому, но что бы мне ни говорили за моей спиной, не говорили, какая я там ужасная, плохая и так далее, что я делаю вообще, зачем я снимаю реакции или что-то еще. И многие мне даже говорили, что таким образом я привлекаю внимание к себе, о том, что мне внимания не хватает. Я не знаю, но эти слова, они для меня пустые на самом деле. Я, может, прислушиваюсь, да, к ним, но я все равно делаю все то, что я хочу на самом деле делать. Потому что это мой выбор, это моя жизнь. Почему я должна слушать других людей и вести себя так, как они хотят? Я ребят, на самом деле, я 91 очень поддерживаю, потому что они произвели огромный фурор в мире казахской музыки и, в принципе, в мире, вообще во всем мире, кто вообще слушает 91 и кто их знает. Я знаю, что первое время 91 сравнивали там чуть ли не с Экзо и так далее, да, то, что говорит, что они очень похожи, они копируют, даже Биг Бэнг, там они похожи типа на Джи Дракон, да, и бла-бла-бла.
Но понимаете, сколько бы вы ни говорили негатива про этих ребят, они на сцене, они выступают, они добились этого. А те, кто говорит гадости, вы сидите за компьютерами, не знаю, как вы там выглядите, да, извините, если я кого-то сейчас оскорбляю. Но вы сидите за своими компьютерами, вы даже, грубо говоря, не можете выйти на улицу, чтобы что-то сделать. И вы как-то можете еще оскорблять ребят, которые добиваются своим потом, кровью, блин, слезами. Потому что я каждый раз, когда делаю реакции на спейсы, я вижу, как ребята просто стараются, они мучаются, они тренируются, вы понимаете? А вы те, кто хейтеры, так скажем, которые сидят за экранами ноутбуков своих, компьютеров, телефонов и так далее, и все вы говорите, ой, они такие плохие и так далее, попробуйте сами так сделать. Попробуйте стать популярными, я не знаю, попробуйте пробиться. Это не так-то просто, на самом деле, не так-то просто пробиться. Эти ребята смогли это сделать. Это вы только думаете, что да, ай, что-то спели. Талант петь, танцевать, его, он не у каждого есть. На самом деле, это... Я не знаю, что еще вам сказать, но на самом... Ну, хейтеры, прекращайте. Если вы не человек экстрады, и вы не знаете, что, через что проходят люди, не надо гнобить их, оскорблять или что-то. И вообще, в принципе, не надо оскорблять других людей, потому что это неправильно, это некрасиво, это просто показывает вашу невоспитанность. Я не знаю, как это еще сказать. Если даже сейчас под этим видео, которое я выложу, будут ставить дизлайки, господи, да пусть! Но я сказала свое мнение, я говорю как есть, потому что ни к чему, понимаете, ни к чему оскорблять людей. Люди стараются, люди вкладывают себя в это, а вы просто берете и говорите про них какие-то гадости. И вот то, что сейчас сказали ребята на Antivine в клипе Manson MS, я просто 100% поддерживаю. Если вы за меня, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, я не знаю, что еще сказать, это просто... Если честно, меня, наверное, сейчас бабануло, да? Вот. Если вы еще хотите услышать какое-то мое мнение на какие-то клипы или вот так просто что-то пообсуждать, какой-то вопрос, я только за. Поэтому пишите мне в комментарии, я буду только рада. На этом я, наверное, закончу все-таки. Всех вас очень люблю. Пока-пока.